Российская армия – сильнейшая в мире согласно обновленному рейтингу от американского журнала US News and World Report. Россия также заняла первое место в рейтинге стран, которые считаются глобальными лидерами. И набрала максимальную оценку в вопросе о политическом влиянии на международной арене. Сегодня Россия сильнее, чем когда-либо. В июле Всемирный банк провел математические расчеты, и Россия в этом списке оказалась на 5-м месте. Не понимаем, что русские стали самой боеспособной, закаленной боями армией в мире. Сегодня российский военный истеблишмент стал гораздо сильнее и эффективнее, чем были российские вооруженные силы в середине 80-х. Я хочу весь мир спросить, вы хотите начать войну с русскими? Вы сумасшедшие, что ли? Вы хоть знаете, с кем имеете дело? Я не хочу, чтобы они шли на войну с Россией, которой невозможно победить. Структурированная, хорошо организованная машина. И эта машина перемалывает все на своем пути. И ее не победить. И Россия сегодня сильнее, чем в последние 30-40 лет.